Благодарим за помощь в проведении съемок сеть фитнес и велнес-клубов «Королева». Весна, как всегда, приходит неожиданно. И совершенно естественно, что каждой женщине хочется выглядеть весной хорошо. Но для некоторых представительниц прекрасного пола зимние месяцы не прошли бесследно. Что же делать, если лишние килограммы, приобретенные за зиму, предательски портят фигуру? Скорее, как можно скорее, заняться собой. Существует целый ряд интересных групповых программ, специально созданных для похудения и придания тонуса телу. Каждая представительница прекрасного пола сможет найти то, что подойдет именно ей. Степ-аэробика – это танцевальная аэробика, которая проводится на специальных платформах, называемых степами. Hot Iron – жиросжигающий комплекс упражнений, рассчитанный на работу с весами. Пилатес и йога при регулярных занятиях тоже способны помочь в создании идеальной фигуры. Многим девушкам нравится такой вид групповых тренировок, как фитмикс. И это неудивительно. Было давно замечено, что мышцы быстро привыкают к однообразным тренировкам. Поэтому более эффективными будут только первые недели. Затем мышцы нужно снова удивлять. Фитмикс отлично справляется с этой задачей, поскольку он сочетает в себе разные виды нагрузок. От кардио до силовых тренировок и от пилатеса до тренировок на выносливость. Эффект после интенсивных групповых тренировок желательно закрепить. Наилучший для этого способ – пройти сеанс в аромасауне из кедра «Здравница». Аромасауна не только избавит от лишнего веса, но благоприятно повлияет на состояние кожи. Во время процедуры человек дышит полноценным атмосферным воздухом, отсутствует нагрузка на кровеносные сосуды головы. Ну и, конечно же, в борьбе за стройную фигуру совершенно невозможно обойтись без массажа. Он прекрасно закрепит результаты, полученные в ходе процедур и после тренировок. Анастасия, а если активными тренировками не позволяет заниматься здоровье или возраст, что делать в этом случае? Ведь хорошо выглядеть хочется всем и всегда. К счастью, современная wellness-индустрия уже давно справилась и с этой проблемой. Тонусные столы способны решить целый ряд вопросов. Избавить вас от лишнего веса, проработать все группы мышц, придать тонус телу всего за час занятий. К вашим услугам также тренажеры, которые не предполагают ударной нагрузки на суставы и мышцы. Например, эллипс и баланс-платформа. В отличие от бега, при занятиях на эллипсоиде риск травмировать колено или вывихнуть лодыжку практически отсутствует. Баланс-платформа развивает гибкость, координацию, укрепляет тазобедренные мышцы, что крайне важно для женщин, потому что с возрастом представительницы прекрасного пола часто приобретают хрупкость шейки бедра. Баланс-платформа хорошо подойдет при реабилитации после операции на мениске или связках. И, конечно же, кроме всех прочих плюсов для здоровья, она доставляет массу положительных эмоций. В погоне за красивым телом не стоит забывать и о лице, ведь оно тоже требует заботы и тщательного ухода. Найти для себя хорошего косметолога каждой женщине просто необходимо. Ежедневно на нашу кожу воздействуют различные неблагоприятные факторы, в результате чего нарушается естественный баланс и меняется работа всех ее структур. Минимизировать негативное влияние стресса и окружающей среды нам помогут уходовые процедуры и хорошая косметика, ну и, естественно, регулярное посещение косметолога. Поход в тренажерный зал – идеальное времяпровождение для мужчины. Силовые тренировки – именно то, что нужно для быстрого и эффективного избавления от нежелательных килограммов и построения тела. Подобные занятия наверняка придутся по душе физически развитым и активным людям, к тем, кто настроен на быстрое достижение результатов. Кстати, силовые тренировки также подойдут и девушкам. Выбирая тренажерный зал, следует отдать предпочтение тому, который оснащен хорошей вентиляцией, имеет удобную планировку, обладает достаточно большим метражом и оснащен современными безопасными тренажерами. Тренировки в таком зале будут комфортными, а наличие зоны свободных весов позволит тщательно следить за результатами своего труда и дозировать последующие нагрузки. Ну вот теперь мы готовы встретить весну во всеоружии. Подтянутое тело, красивое лицо и крепкое здоровье. Не обязательно рождаться королевой, ей вполне можно стать. И сегодня мы в этом убедились. Благодарим за помощь в проведении съемок тренажерный клуб «Барс».